За что вас задержали сотрудники полиции? За мошенничество. Ну, соцсетях. Он создал профиль женский и предлагал интим-услуги. Люди скидывали деньги за интим-услуги, которых нет. Потом я их в черный список отправлял. Так, а какую сумму вам платили? По-разному. 2000, 3, ну, 1,5. А примерно сколько выручили с этих действий? Не помню. А как давно этим занимаетесь? 2-3 года. Вы один это делали или с кем-то? В основном я. Ну, жена тоже участвовала. А она какое участие принимала? Ну, когда звонили, хотели голос услышать, то тогда разговаривал. За что вас задержали сейчас? За то, что типа мы, ну, не знаю, обманывали людей, что ли, получается. Ну, как вы обманывали? Расскажите поподробнее. Не знаю, у меня муж сидел на сайте. Получается, он переписывался или что. Время от времени он просил меня на звонки отвечать. Там, я там-то, тут. Или просто, чтобы мой голос услышать, и все. А вот когда вам звонили, что вас спрашивали? О чем вы разговаривали с человеком? Что, почем и как все. Почем? Это о чем речь? Что вы продавали? Ну, что продавали, я не знаю, но, насколько я поняла, это у него на сайте какие-то услуги были. То есть интим-услуги? Получается так.